В нашей библиотеке существует фонд аудиокниг. Ольга Ткаченко, сотрудник Айхальской поселковой библиотеки, рассказывает о последних новинках книжного фонда, показывает популярные книги. Гости библиотеки – студенты филиала Мирнинского регионального технического колледжа. Многие ребята в библиотеке впервые, поэтому слушают с интересом, задают вопросы. Самое главное – как стать читателем и какие книги можно взять на дом. Фонд библиотеки составляет более 12 тысяч экземпляров, в том числе в него входят книги редких и уникальных изданий. Ребята сегодня познакомились с целыми сериями этих книг. Рассказали студентам о правилах пользования библиотекой и поведении в читальном зале. Узнали ребята о мероприятиях и выставках, проводимых в библиотеке. Инициатор встречи студентов с сотрудниками учреждения – куратор группы Тина Оводова. Считает, любовь к книгам можно прививать в любом возрасте. Увидели, да, что, в общем-то, изъявили желание, что дети, студенты наши стали больше интересоваться книгой. Я надеюсь, что после этого мероприятия так и будет. Вспомнили в этот день студенты и мировых писателей знаменитые рассказы и повести, прочитали отрывки из пьес. Евгений Осипов читает много, в библиотеку ходит регулярно. Любит книги об архитектуре и истории. Экскурсия по библиотеке пошла на пользу. Новые книги мне понравились. Я тут услышал древнеславянский письменность. Я хочу прочитать эту книгу. Я, как бы, я занимаюсь. Ходил раньше в церковь, мне это заинтересовало. Еще мне понравилась книга, которую они показали, архитектурная, где расписаны все чертежи, как строится все, как будет строиться. Я хочу тоже изучить эту книгу. Многие студенты знают точно, станут читателями Айхальской поселковой библиотеки. Расходились неохотно, присматривались к книгам. Сегодня библиотеку посещает пока 31 студент, но сотрудники уверены, читателей станет больше. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».